сейчас ошибка команда. Можно ли сказать, что это самый трудный период для вас в этом плане? И не сказывается ли это на том, что Шахтер по сути сейчас является базовым штурмом сборной Украины? Sobre o facto de ter os jogadores na seleção, a Borne, a mim só pode encher de orgulho. A mim e ao clube. Minha pergunta é para mim as coisas. Minha e clube. É sinal que estamos a fazer aqui os jogadores, é sinal que os jogadores têm estado bem. Por isso, eu fico muito contente quando olho para a seleção e vejo a maioria dos jogadores. Это не может не радовать. Это видно, что игроки прибавляют с нами, что игроки играют с каждым днем все лучше и лучше. И когда мы смотрим матчи сборной Украины, мы видим, что большинство игроков там именно игроки шахты. Quanto às ausências, eu não sou muito do lamentar com aquilo que não tenho. Если говорить сейчас об отсутствии некоторых игроков, я, честно говоря, не включаю. Который как-то оправдывается из-за того, что не имеет на данный момент. Eu acho que a equipa tem sempre respondido bem quando alguns jogadores estão ausentes. Потому что команда уже не раз хорошо себя показывала, когда некоторые ребята не могли принимать участие в матчах. É como os que estão disponíveis que temos que contar. Поэтому мы должны надеяться только на тех ребят, которые сейчас с нами. É esses que temos que passar com confiança. Этим мы должны доверять. É nesses que devemos acreditar neste momento. Sim, nós devemos ver este momento. E não lamentarmos, porque isso não nos leva a lado. E nós devemos buscar aqueles que batem na hora, porque isso é